Я думаю, что мы проведем честные выборы без нарушений. Я думаю, что самый большой риск лежит не в области процедуры выборов, а когда выборы завершатся. Сначала первый тур. 1 апреля очень важно, чтобы из 39 кандидатов 37 повели себя достойно, они начали взрывать участки, поднимать народ на восстание и так дальше. Особенности, если разница в голосах будет небольшой. Да? И то же самое касается второго тура. То есть все кандидаты должны знать, что победит только один. И я вот чего я боюсь, не то, что боюсь, мы к этому готовы, я не боюсь этого. За что я переживаю? За какие-то массовые волнения, которые какой-то проигравший кандидат примет решение, что это следствие его политической защиты. Он начнет защищать себя и может подорвать всю страну. Потому что сразу же в эту историю такого вот Колотнечу, конечно же, тут же вмешаются наконец-то русские. Да Украина этого не переживет. Конечно, это огромная проблема. Мы с вами говорили о том, поэтому что честные выборы – это вопрос национальной безопасности. Я осознаю, что я поднял флаг честных выборов. Так. И это сигнал для всех остальных участников процесса – давайте это сделаем. Я уже говорил, одна полиция или один министр никакие выборы не сделает, если общество не примет вместе с ним этой философии. Я очень доволен тем, что когда мы произнесли свои тезисы, мы получили поддержку в очень неожиданных вообще средах. Да? Начиная от экспертных, заканчивая там, общественниками там, и даже теми, которыми жестко критиковали до этого нашу структуру. Все готовы поддержать этот процесс. Это нас вдохновляет.